Машенька наша приехала. Добрый день. Всем привет. Здесь у нас влажный корм для болеющих наших собачек. Ну, как всегда, для щенков, пеленки и корм для маленьких щенков. Спасибо большое. Традиционно, воскресенье, я жду вас сегодня здесь до 15:00. Ориентир — торговый центр, вот этот вот. Белая машина. Приезжайте. Так, приезжала Ирина, вот нагрузила мне уже пол машины, не успела я их снять, потому что очень они спешили, много у них было подстилок, сухарей и всего остального, а стоянка здесь платная. Платная, причем 380 рублей час. Поэтому бегом. Не успела их снять. Вот. Ирина, спасибо огромное. Вика приехала. У Вики тоже полная машина. Вот еще люди приехали. Быстро тоже выгрузились. То, что тут камеры еще стоят. Вот. Потихоньку заполняется. Татьяна, второй заход, приехала. Ну, приодела наших пацанов. Ну что, здесь брюки вот. Хорошо. Угу. Спасибо. Как идет? Давай, сейчас открою. Половина второго. Вот. Жара просто страшная. Вроде как 29, но движения воздуха никакого. Вот такая загрузка машины. Немало. Ну, может, еще кто-то придет. Ждем. Сейчас идем. Здравствуйте. Просто не понятно, где. Уже из окна машины снимаю, уезжаю. Так, приехала с Киевского. Значит, сегодня не очень много было людей. То, что жарко, наверное, выходные, все на дачах. Вот, но почти полная машина. Спасибо Ирине, вот прям подстилками она забила нам все, пол машины. Спасибо всем огромное. А через месяц будем вас снова ждать на Киевском вокзале. Всем привет, мы, ребят, на месте. Как всегда, познавательная футболка, открытый багажник, так что мы ждем. До 3 часов мы здесь. Приходите. Не знаю, пригодится или нет, у нас тут футболки, штаны, шорты. Может быть, ребятам вашим рабочим пригодится? Конечно, да, рабочим пригодится. Потому что мы, в принципе, в хорошем состоянии, может пригодиться. Да, спасибо вам. Вам огромное спасибо. Пока. Вот, немножко кур. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music. Так, я привезла наполнитель от Елены. Елена нам который раз уже давно Елена с нами постоянно покупает нам наполнитель. Леночка, спасибо огромное от нас и от наших кошечек. Вот, теперь нам надолго нашим кошечкам есть куда какать. Вот. Спасибо. Так, я привезла сегодня, вот три тачки нам заказали. Спасибо огромное. Метелки и корм Мария передала котятам, паштет. Вот, спасибо огромное. Так, я привезла корм. Вот тут еще два этих кошачьих. Ой, собачьих. И вот кошачий. Это от Марины у нас подарок такой. И 4 вылива Николь. Вот здесь вот я забрала с маркета. Это от Елены. Вот. Сегодня вот такие подарки я привезла в приют. Здравствуйте. Не богато, здравствуйте. Сколько получилось? Ну, молодцы. Это значит третья школа у нас, да? Ну, да, чуть-чуть. Ну, молодцы, ребята. Видите, какие.
Ты оттуда? Да. Молодец. Всем ребятам привет передай. Скажи, что все молодцы. Спасибо большое. Здесь только головы, 1,5 тонны, лап нету. Друзья, сегодня у нас в гостях Ванечка и Оля. Они приехали с самого утра, помогли ремонтировать будки, много очень сделали и обещают приезжать к нам еще. Скажите, ребята, вам у нас понравилось? Очень, очень хорошо здесь. Правда? Ну, конечно. Немножко как бы тяжеловато, потому что много собак, много нужно помощи. И прям каждая собачка хочет лазать. Приглашайте к нам. Да, приглашайте. Пусть люди... Просто даже просто по взаимодействию посмотреть. С песиками. Они... Дело в том, что мужские руки очень нужны. Девчонки тоже нужны. Приезжайте, друзья. Я искренне буду благодарна. Олечка, спасибо. Вань, доброго вам всем здоровья. И с праздником вас. Да, в такой святой праздник, а вы приехали помочь. Благослови, помогай Бог. От всего сердца. Спасибо, мои хорошие. Доброго здоровья. Спасибо, что такое дело делаете хорошее. Это надо столько сил иметь. Было бы желание, ребята. Спасибо. Так, нам привезли корм. Корм. Так, пока не знаем от кого, сейчас разберемся. Ренаты. А, от Ренаты, да, все, это от Ренаты приехала, да, вперед. Вперед Рената приехала, все. Ну, я ей звоню, она что-то не поднимает. Они едут уже, вот-вот она подъезжают. Она договаривается на 11. Ну да, да, все, спасибо огромное. Юля, огромное спасибо за этот подарок. Просто огромное спасибо. Вот Валентина. Юля зовут благотворителя. Юля. Юлечка, от всего сердца огромное вам спасибо. Для нас это огромная помощь. И я очень вам благодарна. Просто всей душой, всей лохматой душой. Приезжайте к нам почаще и будем рады вашим подаркам. От всего сердца. Покажи ребенку. Зайчик. Ты такой зайчик красивый. А собачки так радуются вашим подаркам. Они так ждут их. Им так не хватает человеческого внимания. Берите собак из приюта. Приезжайте в гости в приют. И помогайте, пожалуйста, приюту. А кто не может помочь материально, пожалуйста, распространяйте информацию о нашем приюте. Ведь им не выжить без вашей помощи. Привлекайте своих знакомых, родственников, друзей. Не бросайте приют.